Всем привет, с вами снова Лев. После некоторого перерыва выхожу в эфир с новым видео. Ну не в эфир, это запись, конечно. Сейчас нахожусь в населенном пункте, который первым встречается после пересечения границы с Россией. Это Цандрипш. Раньше он как-то по-другому назывался, кажется, Лисилидзе. Если я ошибаюсь, поправьте. Значит, ехал как раз по делам. Ездил в Адлер и на обратном пути решил заехать, так как время есть и, в принципе, еще день, светло. Что вижу? Значит, какие у меня впечатления сразу, да? Значит, здесь проходит железнодорожный путь. Вот видите, тут даже видно провода, вот эти высоковольтные. Он прямо вдоль побережья идет. В принципе, поезда тут ходят редко, поэтому, наверное, это не минус. Ну, просто об этом сказать я должен. Пляж вот выглядит таким образом. Я немножко в стороне от основного пляжа. Вот если сейчас попробую показать там. Ну, довольно много людей. Но вот именно в той стороне, где я, тут людей немного. Здесь спокойно. Пляж очень походит на то, как выглядит пляж с цитрусом. То есть тоже достаточно широкий. Ну, чуть даже поменьше, но достаточно его. Тоже галька и песок есть. И спокойно я подъехал на машине сюда, к пляжу. То есть это для меня плюс. Тут и костры тоже можно сжечь, судя по всему, никаких проблем это не составит. Тоже кто вот шашлычок там что-то приготовит сам хочет, сидя у моря, да, костерок там вечером. Вот это здесь вполне себе можно. Значит, какие еще тут преимущества? Ну вот опять же, сравнивая с нашим цитрусом, ну здесь, наверное, побольше все-таки торговли, побольше кафешек я встретил. Сам населенный пункт такой, знаете, немножко впечатление заброшенности такое создает. В принципе, в Абхазии много где так, поэтому кто сюда ездит, они, это их не пугает нисколько даже. Вот такой вот вид открывается на гору, на горы Малых Кавказских хребет. Очень симпатично. Ну и с Гагры, конечно. С видами с Гагры-то мало что сравнится, но тут тоже неплохо. Еще вот прямо вот скажу, ну самое главное, наверное, преимущество, это близко очень от границы. То есть вы перешли границу с Россией, увидели, как поменялся пейзаж, то есть сразу, вот прямо разительное отличие. Вот вы Россию, территория России закончилась, началась Абхазия, вы видите, что здесь природа, она просто как бы преобладает. То есть у нас там дороги, машины, дома, инфраструктура всякая, а здесь природа, деревья, коровы на дорогах сразу встречаются, горы. В общем, эти вот самые потрясающие пейзажи, из-за которых все любят Абхазию, они вот сразу вам тут и, в общем-то, и доступны. То есть, если вам не хочется ехать далеко, но хочется побывать в Абхазии, заехали в Цандрипш, покупались, там день провели и обратно в Адлер, там в Сочи. В принципе, для этих целей очень даже, может быть, и неплохой вариант. Но, как я снимал в предыдущих видео, я считаю, что лучший пляж Абхазии, на мой взгляд, он находится рядом с Пицундой. В населенном пункте Лдза. То есть, если не бывали, если хотите сравнить с тем местом, которое вы считаете вам нравится, съездите в Лдза, погуляйте там по пляжу, проведите день, и вот тогда сможете сравнить. Мне там нравится больше всего. Так, ну, в принципе, для этого видео, наверное, все. Никакие гостевые дома я вам не покажу, улицы не покажу, я сюда заехал ненадолго, особо не знаю, куда тут можно сходить и что тут есть. Вот, просто вот приехал, и решил снять это видео, показать, что увидел и какие у меня впечатления были, пока я сюда добирался. Ну, на этом все. С вами был Лев из Абхазии. Пока-пока.
Ну и, конечно, самая главная достопримечательность Цандрипши – это белые скалы. Значит, их можно увидеть, если едете со стороны Адлера, то есть здесь вот видите такой вот указатель. Здесь, допустим, припарковались, и пешочком можно спуститься вот, где заканчивается Цандрипш, перечеркнутый знак. Там есть пешая тропа, по ней можно спуститься и увидеть эти самые белые скалы. Я туда сейчас спускаться не буду, потому что у меня продукты в багажнике автомобиля. Уже все растаяло, наверное. Ну вот немножко я их вот движу отсюда. Отдельное видео, отдельную поездку как-нибудь сделаю обязательно. Ну а вы будете мимо проезжать, заедьте, посмотрите. Вот такие вот отсюда виды.